Российский университет дружбы народов принял участие в Дне открытых дверей для школьников и их родителей, который прошел в гимназии города Раменское. На собрании рассказали о вузах Москвы и представили проект по целевому обучению выпускников школ, выпускников вузов и трудоустройству в аэропорте Домодедово «Приток». Этот проект дает возможность школьникам и студентам получить профессиональные знания, познакомиться со сферой деятельности и корпоративной структуры компании. Обучение оплачивает полностью аэропорт Домодедово. То есть ребята обучаются в университете за счет аэропорта Домодедово. Точно так же выплачивается стипендия в размере 16-20 тысяч. И после окончания учебных, высших учебных заведений ребята работают на территории нашего аэропорта, на предприятиях аэропорта. Вот после РГБУ окончания в течение 5 лет, после окончания РУДР в течение 3 лет. Это такое целевое обучение, мы их обучаем. И в течение вот этого времени они являются полностью нашими специалистами. То есть мы их готовим для себя. Ежегодно на территории аэропорта Домодедово возникают новые предприятия, которым требуются молодые, грамотные и знающие специалисты. Взаимодействие компании «Московский аэропорт Домодедово» с Российским университетом дружбы народов предоставляет большие возможности, в числе которых трудоустройство выпускников университета на предприятии аэропорта. Очень огромным плюсом наших студентов является знание иностранных языков, что сейчас очень востребован работодатель, независимо от того, кто ты – инженер, врач или филолог. Поэтому мы милости просим вас в нашем университете, будем рады видеть. 4 апреля, в ближайшие уже 2 недели, у нас будет день открытых дверей. Приходите к нам в университет и смотрите всю информацию на сайте www.rudent.ru. Не бойтесь уже сегодня задумываться о своем будущем. Марина Андреева, Мухаммад Залитуй, новости ТВ Руден.